Все по сценарію. Спочатку ми повинні посміхнутися, а потім сказати «Привіт!» Це Лавіка. Що з тобою відбувається? Це Лавіка. Це ще не прокинулося, дівчинка. Привіт, нічого. Зараз тобі, Віталіка. Віталіка, ми зараз тебе будемо пригощати кавою, і все буде дуже бадьоро. Тож ви також приєднуйтеся до нашої компанії, тому що далі стартапи, високі технології, такі високі, як наче Лавіка на своїх підборах. І все, можна стартувати. Да, це стартап-шоу на М1. Один, welcome! Yeah. Итак, самый дешевый в мире Segway. Креативные картины с гипсу. Что такое пофиксить? Как запустить собственный бренд молодежного одежды? Про это будем спілкуватися с тремя красунями, которые будут представлять бренд V&B. Самое время делать серьезное выражение лица, виртуальные очки надевать на свой красивый носик. Итак, вспоминаем, что же было в истории человечества в этот день. Итак, 28 октября 1886 год, и состоялось тогда официальное открытие статуи свободы в Нью-Йорке! Ура! Круто, ось так вона возводилася, ось таке у неї було вираз обличчя, такий вираз обличчя у неї був. Так, ну а у мене зараз змінюється вираз обличчя, тому що у 1955 році народився Білл Гейтс, засновник і голова ради директорів корпорації Microsoft. Happy birthday! Визначна особа. Happy birthday to you. Хеппі бёздей, йому сьогодні 60 років, а он ще тот красавчик, вау, молодой. Так, концерти, дні народження Лавіка. Так, тепер ми переходимо до... Давай помучаємо когось. У мене є... У мене вдома хомячок. Я этим занимаюсь почти каждый день. Ну ладно, так Живодерка. И быть, естественно, каждый день в будни мы мучаем наших звезд, потому что задаем им странные вопросы. Сегодня нас интересует, что такое глагол «фиксить». Пофиксити? О! Я вообще не айтишник. Еще раз? Пофиксити. Пофиксити? Пофиксити, зрозуміло. Надеюсь, это... Да, щось прекрасное. Не сленг такой, который выражает... Пофигизм. Пофигизм, да. Совсем нет. Фиксы – это фиксы. Что-то связанное с фиксикой, ведь? Фискальная служба. Что-то пометить, отметить. Собрать налоги со всей страны. Отремонтировать. Це українською? Відремонтувати. Пофиксить? Ну это же что-то прекрасное. На самом деле это действительно очень прекрасный процесс. Означает он исправление мелкой ошибочки в программе. То есть исправность неполадки, небольшой. Угу. Будь у тренде найпрогрессивнейшего. Ознаемся с новинками из света высоких технологий. Прямо зараз у стартап-шоу с Нескафе 3-1 на М1. А знаете вы, что в мире уже создан некий Segway, который будет теперь по карману каждому, и стоимость его будет не превышать 320, по-моему, баксов. А я сейчас говорю о чем? Говорю сейчас о фирме Ninebot, которая представила новое транспортное средство, самосбалансирующийся скутер. Помоги же мне, мужчина! Давай, все дуже просто. Виявляється, Segway колись купила компания, а саме Ninebot, а акціонерами є ті самі Xiaomi, які роблять смартфони. Так ось вони розробили нарешті таку, ну не те, щоб дешево, але ж таки приємно за ціною річ, на якій можна кататися, і ви зараз і бачите. Так ось тепер вона буде коштувати скільки? 316 баксів. А ціна, звичайно, Segway це 6 тисяч баксів. Тож можна заощадити і кататися на швидкості 16 км на годину, вибачте, і проїхатися на одному заряді 20 км. Ну, непогана така фішка. О, тут смотри, какой синхронный танчик. Ми теж з тобою його можемо вивчити. Є некая британська художниця Рейчел Дейн, яка робить необычні картини із гіпсу і цвітків. Так, у неї дуже багато часу займатися нічим. Борщ вона не вміє варити. Я зараз об'ясню. Вона, смотрите, вначале к мокрой глине прижимается цветочки живые, а после заливает их смесью гипса и бетона. Но вы не думайте, что таким образом цветы умирают бесследно и исчезают из планеты Земля. Нет, она наоборот навсегда заставляет их быть в
цвете, красоті, і висохшій картині не можна. Але якщо їх розфарбувати, тому що так вони, ну можна сказати, такі глина і ЧБ. Але хочу вам сказати, що це надзвичайний стартап, тому що на одній такій картині вона інколи заробляє 2000 баксів. А вот она говорит, что элементами подобных картин может быть все, что вам в памяти приносит некое тепло. Например, вам подарили букет на свадьбе, и вы хотите его засушить и так, чтобы надолго, навечно, навсегда. Или же бабушка вам самостоятельно сшила прекрасную скатерть. Вы все это можете, из этого всего можете сделать некие вот отпечатки на мокрой глине, после залить гипсом, и эта картина живая будет красоваться и вас вдохновлять ежедневно. Вот так. И давайте теперь перейдем также к тому, что вдохновлять мы вас тоже планируем, но только ровно через час. А чем именно? Ой, разумна майка, яка піклується про здоров'я. Мы поговорим с вами, что же легче выпускать, одежду или же заниматься изготовлением обуви. Ну а еще выявляются JPEG-файлы, теперь нам можно будет изменять и так корректировать. Да, поэтому будьте знать. Трагедия. У нас много полезного. Трагикомедия.